Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники пожарной охраны. О людях, которые днем и ночью и в праздничные дни остаются в строю для обеспечения надежной защиты людей страшного врага огня, в материале Ахмата Халкечева. Пожарно-спасательная служба. Назовите ваш адрес. Праздники, даже если они свои профессиональные, для бойцов пожарной охраны не повод расслабляться. А еще нередко у отдельных представителей этой благородной профессии бывает и такое, что все красные дни календаря выпадают на дежурство. Как это и случилось в этом году с героем нашего сегодняшнего репортажа Виталием Сакульсановым. Мы первые приходим и заходим в горящее здание. Там тоже психологический барьер какой-то у людей. И у пожарных тоже. Со стволами горящее пламя, там температура высокая. Заходишь, ты уже непосредственно принимаешь участие и борешься с этим бедствием. Любой пожар, он сам по себе сложный. У каждого своя сложность. Но надо быстро реагировать. Одеваем маски на спасаемых, на пострадавших. И выводим по безопасным путям на свежий воздух. Пожарные спасатели ежедневно ведут борьбу с огненной стихией, рискуя собственной жизнью, спасают людей. Виталий Сакульсанов нашел свое призвание около 20 лет назад. До этого тоже было множество различных сфер, где довелось работать. Но сюда пришел, что называется, по зову сердца, и профессия спасателя мне стала больше по душе, рассказывает он. А его бесценный опыт, накопленный почти за 20 лет, самая настоящая наука для вновь поступающих на эту крайне ответственную стезю, говорят коллеги. Он был еще моим наставником, вот, и очень много вложил в меня. Помню, первый наш пожар, его четкие действия, его четкие указания, да, он как был являлся руководителем тушения пожара. Ответственно ко всему, ну, подходит. Если что, надо еще и подсказывать на пожаре, вот, например. Быть пожарным – это нелегкий труд, который не каждому под силу. Однако за почти чем без малого 4-вековую историю профессии огнеборца в нашей стране людей, желающих посвятить свою жизнь спасению ближних, хватало всегда. Ахмат Халкечев, Расул Бердиев, Вести Карачаево, Черкесия.